Соединенные Штаты будут поддерживать безопасность островных государств Тихого океана. Об этом сообщают зарубежные СМИ со ссылкой на заявление госсекретаря США. По их информации, об этом Хиллари Клинтон заявила в кулуарах конференции, которая проходит на островах Кука по итогам форума островов Океании. Отмечается необходимость тесно сотрудничать с Китаем и учитывать растущее влияние Пекина в регионе. При этом отметила, что Тихий океан является достаточно большим для всех нас. Госсекретарь подчеркнула решающую роль Соединенных Штатов в обеспечении безопасности. Мы хотим, чтобы Китай действовал справедливо и открыто. Мы хотим, чтобы Пекин играл положительную роль в вопросах навигации и безопасности на море. Мы хотим видеть вклад в устойчивое развитие региона, что подразумевает и помощь в защите окружающей среды.